Привет из прошлого. В кои-то веки выбрался полноценно в лес по грибы и решил записать этот момент. Пожелайте хороших находок. Первая находка есть. Подосиновик. Ну, такой нормальный. Кстати, на тему грибников у меня есть кюрш. Грибник не нападет на грибника. У них закон, таких как ты не трожь. Ведь знают оба, что наверняка у каждого в кармане спрятан нож. Вот подберезовичек. Берем. Уверен, что у каждого из вас есть какой-то определенный ритуал, когда вы ходите за грибами. У меня, например, это кручение ножа в руке. А у вас есть какие-нибудь ритуалы? Послушались отца, пошли вглубь леса. Нифига вообще не нашли. Так что сейчас выдвигаемся ближе к краю. Я думаю, там что-нибудь найдем обязательно. Еще один подберезовичек. Хорошенький. Еще один. И вот рядышком стоит еще один дружочек. Тут настолько непопулярное место, что грибы просто перерастают уже. Такое не будем брать. И вот еще подосиновичек. О, какой у него корень. И еще подберезовичек. А рядом с ним и подосиновичек. И вот еще один спрятался от меня. Оп. Берем. Какой забавный гриб. Я сначала подумал, что это дедушкин табак, но он прям такой колючий. Интересно, что за грибок. Кто знает. Пришли на полянку, где раньше находили кучу подберезовиков. К сожалению, они все вот сейчас вот в таком виде, все высохшие и переросшие. Кто какие грибы собирает? Вот я, например, собираю только подберезовики, подосиновики, белые, лисички, если попадутся, и опята в сезон. Маховики не собираю, сыроежки не собираю. Грузди, свинушки, волнушки тоже не собираю. Какие грибы собираете вы? Были найдены два гриба, довольно похожие на белые. Я сначала издалека подумал, что это белый. Это у него вот такая вот шляпка с ножкой. Вроде ложный белый. Брать не рискнули. Пусть отдыхают. Ну вот, на полянке наконец-то найден первый белый за сегодня. И еще один с малышом. Вот они какие красавчики. Вот это настоящий белый. О, какой белый. Блин, зараза, у него сложенная нога. Ну, у нее, кстати, нормальный. Нормальный. Какой. Ну, сюда, мне кажется, мало кто заглядывает. Нормалек. Вот еще малыш. Подберезовичек. Что нашел? Маленький. А вот под папоротником спрятался маленький-маленький подберезовичек. Но я его все равно нашел. Ой, как хорошо сидит. Вот такая красотулька. А по соседству поганка и еще один подберезовик. Молодец.
еще один подберезовик, он вообще как-то странно рос. В таком положении. Ему норм. Говорят, огромный белый нашли. Обошли по дорожке и пошли туда, и вот там твари нашли. Посмотри. Ты тут вроде тоже проходил, нет? Стоит, спрятался под листиком. Красавчик. Но не мой. Вот еще один подберезовик. Беру. А вот еще один. Хороший, непоеденный. Честно говоря, в глазах уже начинает рябить, и просто не замечаешь гриб, который может находиться у тебя под ногами. Я, допустим, бегал, белый снимал, а потом по возвращению прошелся по тому же месту, где уже ходил, и нашел подберезовик. Вот так вот, надо заканчивать. Ну, а я все-таки продолжаю. Еще один. Еще один. Ну и напоследок маленький подосиновик. Такосенький для закрывания. И вот еще один. Тоже малюсенький. Масенький, смотри как. Вот такой улов сегодня получился. Это мое. Это мамино. Это папино. Не так много, как хотелось, но... Что есть, то есть. На этом все. Вам спасибо, что смотрели. Всем пока.